Клиническая больница имени Семашко отмечает 100-летний юбилей. На протяжении века медики спасли не одну жизнь. С праздником их поздравили родственники, друзья, коллеги и представители власти. А лучшим врачам торжественно вручили грамоты и награды. Круглосуточные дежурства и полная самоотдача. Сотрудники крупнейшего медицинского учреждения в республике отмечают юбилей больницы. Хочу поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всего-всего самого хорошего. Прежде всего, здоровья, которое наша больница всегда несла жителям Крыма. С праздником вас, дорогие! Всего самого-самого хорошего! Спасибо вам за ваш труд. Я думаю, что наша больница не уронит эту марку и дальше, тем более, что со вступлением в Российскую Федерацию у нас открываются такие возможности, которые нам за 23 года нахождения в независимой Украине и не снились. Сейчас больница имени Семашко – многопрофильное медицинское учреждение. Опытные хирурги проводят здесь сложнейшие операции на открытом сердце, ставят точные диагнозы и выявляют заболевания на ранней стадии. Больница Семашко – это последняя инстанция. Если где-то на местах не получается, если какие-то сложности есть с лечением, туда нужно обращаться. И они эту свою роль выполняют. Да, много сложностей. Да, есть недостатки и в организации, и в материальной стороне вопроса. Но я абсолютно убежден, что те итоги Крымской весны, которые мы сегодня пожинаем, они благосклонно будут относиться и к крымскому здравоохранению, значит, к этой больнице. Как раз сейчас университетская клиника находится в стадии модернизации, сообщил профильный министр Александр Бахарев. А больница имени Семашко – ее неотъемлемая составляющая. Будет инвазивная кардиология, кардиохирургия, нейрохирургия, то есть перинатальный центр уже нам известный. То есть модернизационные проекты, очень серьезные деньги туда идут. И, естественно, вокруг этой больницы будут формироваться одни из самых значимых и социальные, и лечебные службы. Также сотрудникам клинической больницы торжественно вручили награды и грамоты Президиума Госсовета Республики за высокий профессионализм и значительный вклад в здравоохранение Крыма. Елена Бережная, Александр Волконский. Время новостей.